А вы знали, что основатель компании Apple, Стив Джобс, умер миллиардером, когда ему было 56 лет, и перед своей смертью оставил очень важное послание. Вот что он сказал. «Да, я достиг огромного успеха в жизни, однако кроме работы у меня было мало радости в жизни. В этот момент, когда я лежу в кровати больной, я понимаю, что все признание и богатство, которые у меня есть, бессмысленны. Перед лицом неминуемой смерти успейте обзавестись теплыми воспоминаниями, пока вы живы. Только они будут греть вашу душу. Чем старше мы становимся, тем лучше понимаем, что часы, которые стоят $30, и часы, которые стоят $300, показывают одно и то же время. Кошелек, который стоит $30, и кошелек, который стоит $300, вмещают одинаковую сумму денег. В доме, площадью 300 квадратных метров, или 3000 квадратных метров, ты можешь быть одинаково одинок, если рядом нет любимых людей. Надеюсь, вы понимаете, что ваше истинное внутреннее счастье исходит не из материальных вещей этого мира, что когда рядом есть близкие люди, которые вам искренне рады, или кто-то, с кем можно разделить и радость, и горе, то это настоящее счастье. Подписывайтесь, чтобы умственно расти каждый день.